Делишки, ребятишки, с вами Вивиан с Крутанов Геймс, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. It's about time. Да, нет. Сегодня мы с вами начнем проходить Дикий Запад. На в прошлой серии у нас был босс. Да. Да, прикольная музыка. Ай, 6. Грохострел. Короче, про вот эту... А, приготовление, так он, наверное. Короче, так он. А, или нахождение здесь, так он. 0,0... Ой, 0,15%, да? А, ты не знаешь, что это такое. Дрэк за Энэйл в новой локации. Да, я понял. Ну, здорово. Тьфу, нафиг. Угу. Так прикольно стреляют. Смотри, а тут другие зомби, да. Они тут ковбои, скажем так. Ой, тут и шляпа отваливается. Угу. А как конус выглядит, я уже совсем забыл. А, вот он такой. То есть без шляпы, да? Ну-ка, ну-ка. Так, ну давайте выберем, к примеру, вот. Нет. Какой уровень у него? У пацана. Первого. Ну-ка. Так, вот. Мы бы выбрали его. Ну, не получится. Не получится. Так, так, так. Ну и орех, может быть, мы бы выбрать его. Вот. В принципе, все тот же. Из пиратских морей чуть-чуть возьму. Опять же, тут тоже будут сложные уровни, но, как я вам говорю, сложные уровни мы с вами пройдем потом. Дай побыречку. Тут музыка покруче. Получше даже. Да блин, сейчас приди. Это удобно, да, смотри, даже первый раз стрим не надо ставить. Чё такое не понял? Так. Я бы мог передвинуть, но... Нет. Это так, если где-то кто-то не справляется, он этого не поможет. Так что да, в принципе. В принципе, все то очень, все тот же принцип. Так, он только идет. Так, ну ты взорвешься, пожалуйста. А то все уже. Ну да ед! Слушай, где? Ну что мне не даете поставить, пацан? Ну, в шахматном порядке был выключен. Как он не зайцев. Опа, уже и конец. Подоспел. Туда мы его заморозим. Вот так, да. Сейчас он взорвется. И пацан на его место двойник. Так, и давай. И поставим. Так, так, так. И допустим, допустим. Так, сейчас, давай сюда. Это у нас Дикий Запад, да? Мир так и называется. Дикий Запад, да? Ну-ка. Так, сейчас я могу достать. Так, пустим, да? Вот так, да? Сейчас мы поможем, да? На! На! Тынкой по стрелке не стреляет. Ну, всё-таки отчасти-то... Удивляется игрок по стрелке, да? Или по вашему мнению. Финальная волна. Так, ну-ка, вот сколько. Так, все, так, все. А, знаете, как нужно сделать? Ну, сейчас что-то получится, прикольно, сейчас. Избить. Вот так вот можно будет, смотри. Блин, я как-то... Так,
Ну ладно. Такой у тебя. Сейчас ты заморозишься. Ну не заморозишься. Ну ладно. За 5 минут прошли этот уровень. Нет. Вот поможешь. Ну ладно. Что сказать, деньги пока что мы не тратим, а их будет все больше. Нет. А потом и кристаллик, и гемов тоже будет больше. И больше, в принципе, нет. Next level. Так, у нас новый зомби. Что за зомби вообще? Зомби с динамитом, да? То есть он взорвется, да? А, он, наверное, как этот. Как зомби со шкатулкой, да? Вы помните зомби со шкатулкой, да? Типа... Да, это точно повторитель. Тут не написано скрастрел. Точно повторитель. Так и переводится. Повторитель, повторитель. Репет. Так, а зачем нам вот это тогда дали? А, он был как зомби... Копатель, что ли? Как он называется-то? Я не знаю. Так, ну что, истратим 1000? Да, конечно, истратим. Все, у него второй уровень. Я не знаю, как там... Энергию, в принципе. Все, контр. Так, а тебя мы все-таки не возьмем. Давай, короче. У нас тут ведро. Ведро, поэтому мы возьмем. А зачем? Есть же вишня, вот. Да, так что мы вишню, собственно, возьмем. Вишневую бомбочку, да? Уже кайфует это, да? Так, ну раз он идет, тогда я вот так поставлю. Эти ямки грехострелки, я просто помню название еще в первой части. Что он мне не дает, я третий пацан. Бежите куда-нибудь, бежите. Они тут, по-моему, быстрее даже идут. Да, они тут гораздо быстрее. Опа! Ты что делаешь? Ну-ка, заморозь пока. А, точно, если его заморозить, то... То это как называется-то? Тут этот вот огонь пропадет. Да. Но он не сможет что-то там делать с этим элементом. Да. Так, здорово. Здорово. Нет, здесь хочу двойного поставить. Типа так на. Я, ну ты вообще что? Не понял. Ну, заморозь. Так, давай это еще успеет убить. Убить. Мой любимый сбрасывает. Ну и ты еще повторите, я никак не привыкну к этому названию. То есть я всегда привыкал к названию скрастрел. Так, ну все-таки надо поставить. Все-таки надо поставить. А, его уже. На него. Вот так, да. Все, он будет. Все. Все, легко. Че, легко, что так делаешь? Давай, походи. И вот так. Мя, все, все, получили. Все, ходи. Мя. В принципе,
как мячок очень клёвый. Почему вот так вот? Ну, собственно, так вот. И вот так. Да, ну ладно, давай. Всё, короче. Тут у нас пиньята может, да? Сегодня, кстати, мы с вами поиграем в пиньяту. Не. Видите, мы с вами прошли побольше, и все, и прошлой серии у нас тапука. Вот видите, какой костюмчик я ему купил. Видели, да? Это что такое? Это стручок гороха, да. Я, короче, прочитал название вот. Вики. Так, что это за уровень? Кто он? Зомби... пианист, что ли? Наверное, зомби-пианист. Ну, идем как обычно. Вот. Что он вообще будет делать? А, ну он будет играть музыку. Мы будем под него танцевать. Нет. Угу. Так. Давайте выберем что-нибудь такое вот. Вот. Хотя вишню почему-то не использую. Вот почему? Я прям, ну не знаю. Так, орех. Орех. Это. Смотрите, только второй, третий день уже. Третий же? Это же третий день. Ну, смотрите, вот реально. Только третий день, а уже... Вообще, по-моему, так и было. Кстати, помните того зомби из Викинга, да? Который солнце убирал. Вот он называется зомби-ра. То есть, был такой зомби-ра. Был солнце-ра. Да. Его так и звали. Ра. Что ты делаешь? Ну, спасибо за солнце такое. Так что я даже крокострел не хочу. Так, ну давай чуть-чуть, да? Ну ладно, что хуй. Так, помоги им, помоги своим братьям. Ну вы что делаете, ну? У меня тут подсумки стоят, выйдете. Вот идите, пожалуйста. Вон лучше идите. Угу. Так, надо побыстрее, кто движется. Так, давай. Ну чё? Чё вы прёте, прямо никуда? Какой там, не знаю, что бесплатно там продаётся. Не понял, а ничего там. Кто им разрешил танцевать? Ничего, допустим, не танцует, танцует. Они переходят! Вы что делаете? Я сейчас и так сделаю. Вот они здесь. То есть прикиньте, то есть они как мы. Ну мы же можем передвигать какое-нибудь растение, вот, какое-то, да? Которое постарше, например, да? То и они теперь передвигаются, ну, когда это зомби. Да, 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 да. Ну что ж, вторая волна уже двигается на финальную волну. Да. Так, я не понял, а что музыка есть, а его нет? Что-то не так все взорвало. О! Не понял, тоже попал. Это взрыв. Так вот сделать. И вот так. Угу. Ну-ка, значит. Это что такое? Динамично?
Так, вот и игра, где мы будем. Нажмем на эту динамит и все взорвется. Игра окончена. Конечно, шучу. Это, наверное, там. Опять эти уровни, помните, да? Которые были деревни. Это бум. Это бум коробка. Вообще. Ну, контрик. Да, и все взорвалось. Ну вот, видите. Что... Ой, у нас передушку пошли в передушку. Да иди-то. Дай мне на третий уровень. Да, у нас точно четвертый. Если мы получим здесь пертушку, да? Кэти Драйв. С растением и зомби. Ладно, с вами еще пиньят проходит. Это последняя, пятая пиньят. Прикиньте, как. А я не понял, что такое. Тогда побыстрее. Толкуй побыстрее. О нет, окей. Баби дуаду баду. И так ты кому говоришь? Я не знаю. Теперь ты понятно, что. Теперь ты понятно, что это сделал. Теперь ты понятно, что это сделал. Так нам дается одно растение, типа, да. И пока мы не поставим это растение, зомби не будет идти. Так что, ну, я буду. Так, ну окей. Так, еще одна. Так, ну-ка. У нас два. Значит, мы поставим все-таки сюда. Вот, все. Улучшается так. Ну, шляп, и что так прикольно отвалит. Ну вот, все. Так, кто там следующий? Ну, не прикольно. Сейчас тогда вот. Тогда его сейчас убью, побыстрее. Чтобы он не смог. Вот, все. И вот, побыстрее убью еще. Вот так, все, даже золотую монетку нам дали. Так, окей, теперь еще один раз. Так, ну по идее. Так, кто где идет? Ты, значит, здесь, так. Ты вот так, короче. И идет, короче, я закрыл. А, точно. Никто не стоит, поэтому я так делаю. Он все-таки задрал. Типичка. Так, окей, кто у нас? Конус. Я увидел, где он. Вот так. Ой, ёбанка. Как вас много, собственно. Так, сейчас вот так делаем. Вот так, так. И, собственно, это вот так, да. Вот, всё, идеально. Где точка, ты задрал? Вот так, всё. Как у него штанины взрывают? Все, что там находится, взрывается. Даже не знаю. Да ты что сделал? Идиот, мать. Я не туда поставил руки к руке. Мои друзья. Эти руки. Эти руки мне не нравятся. Ну, сейчас так, ну.
так и вот так. Угу. Нет, 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 нет. Так, на этот момент раз мы... Опа, меня увидел. Это не так, не так, только оставлю. Давайте, идите, чё поделать. Чё поделать. Вот. О, это вообще не понятно. Чё это за звук вообще? Вот это получен передушку. Нет. Так, три стел. Ну, три стела. Правильно, знаете куда? Правильно, вот сюда. Дальше мы уже распределим. Нет. В принципе, мы с вами распределим. Нет. Так. Тебя что ли поможем? Вот это задра. Вот. Сиамский грехострел. Так, ну. То есть нельзя этот фильм. Нет, нельзя. Нет, у вас уже много. А чё это у вас много? М? Так, я на середину. Короче, сюда. Да, и сюда. Так, всё, идеально. Прикольно, не прикольно, прикольно. Так, тут вообще никого. Ну, собственно, и ладно. Так. Угу. Тихочек. Там мне ребята с одной рахимой побил. Много. И бустов. Бустов. Нет. Всё, последнего. Финальный. Опа, у нас даже этот пошёл как нельзя. Тогда круто так. Да ладно! Нет, чё танцевать будем? Это жалко. Танцевать будем. Так, тут поставим, побыстрее, да? Ну, быстрее не будет. Ты что делаешь? Так. А, то есть они не слышали музыку, да и... А чё сразу? Душку мы получили с вами. Это называется Боб Чили вообще-то. Да, правильно начинал. Да, вот Чили. Боб Чили, чё ты пердешь? Контрик. А, давай. Прикольно, да? Короче, мы увидели её способность какой-то там Ну-кай. Next level. Ну-кай. И чё такое, я не понял. Чё за зомби такой? Это ковбой, что ли? Зомби-ковбой, что ли? Ну, нам нужно поубить, что ли? Айсберг-салат. Ты это знаешь, что ли? Вишня. А ну, если это дедушка, на всякий... О, пердушку одну. На, пердушку. Let's rock. Mm-hmm. Так, мы сюда поставим, собственно, это. Сюда мы поставим это. Как он называется? Сиамского грехострела. А, нет, у нас. Я его не выбрал. Зато придумал. Тут уже две волны. Mm-hmm. Чтобы не удивительно. А, ну-ка, давайте я попробую.
Попробуем, что мы забыли, что мы... Просто помню, как я называю. Фу, бля. Тебе освежитель воздуха, короче, реально. Хотя бы с собой. Нет, он тут. Вот эти здесь. Дикий запад, и все. И все, считай. И все. Скайпон еще плюс очень быстро залезает. Ну круто, там. Какое-то одноразовое растение. А эти многоубивающие растения. У которых я не могу убивать сколько... Сколько не знаю. Хоть 500 раз. Так, так. Чуть такой был. Слыши, что это за звук. Он такой тонкий. Не верю, тот зомби. Его шире. Он такой тонкий, прям вообще. За ты за бомбин. С этим жилетом кажется таким тонким. Не. Что такое? Слышите, железо? О! Так, тогда ему надо перебить куда-то. Короче, железо, да? Ну, короче, вот тут железо. Что такое? Все. У меня что-то неприятный звук. Что поделать? Закройте уши на некоторое время. Да ладно, это что сделано? Надо, 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 надо. Так, сейчас я приду. Ой, не я. Не, ну как-то это называется бобчинка. Я не знаю, где так называется. Так, а если он переберется все-таки? Фу. Не, не, не. Фу. Эй, я что-то все сюда. А то там ведь зомби. А, ты что делаешь? Тихо-тихо-тихо. Морозь. Да не тот! Черт меня подними. Все-таки надо было взять Дэн. А мы сейчас знаете, что мне подними? Да, это первый. Чё? Чё думал? Вообще. Вот так. На. Он пропередил. На чё в нашу сторону? Вообще. О, ты чё делаешь? Давай, я к тебе приближаюсь. Загружается быстро. Ну, вот это нам быстрее. Вот это. Да, много проблем, а это я не хочу. Ну, а там все-таки железо. То есть этот зомби... Трудный! Чё, он будет взорвать всех? Чё вот так много? На! Так, сейчас мы взорвём, чтобы много проблем создавал. Так, ты сожри трудненько руками. Ой, трудненько. Как мы сделаем, знаете как? Вот так. Ах, так. Так. Сейчас еще мы используем. Вот так, все, прям с одного раза. Прям. Голова у меня твоя. Все, прошли, прошли. Меху на 21 тысяча. Ням-ням. Вот перейти. Вот перейти.
Так, 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 так. Окей, next level. О, мы же получим это, стручок гороха. Ну ладно, я потерплю. Эй. Сейчас в спине это сыграем, а то мы давненько не играли. Да. В прошлой серии мы же не играли, но сейчас тогда и поиграем. На-на-на. Это последняя, пятая пиньята. Вон. А чё так сложно, я не понял? Зомби в бикини, да? Так, опять? Опять? Это же было уже. Хотя. Хотя я не знаю. Аркамин. Аркамин. О, смотрите, у нас тут прикольный такой аркамин. Ёк, макарёк, вот это да, вот это камень. Это выдаёт, вот это выдаёт. Что делаешь? Что это выдаёт, камень? Супер, вообще, даже немного быстрее осталось. И он сейчас будет кидать растения, но ему не дадим. Вот так. Опа, смотрите, хоть растение. Это будет только на пляже, да? На, ну, на хорошо, на, вот так. Можно, да. Опа, вот он сейчас пойдет, вот он. Обратите внимание, что тут все черное, кай. Не понял. Прикольно все-таки. Не звук. Это вообще платный растение сейчас. А, тут его можно попробовать бесплатно. А, да не туда. Ты вообще понимаешь, что тут все черное, так? Чё, последнюю маму с вами пройдем? Сейчас пройдем. Что такое не так? Так, сейчас вот так. Так, сейчас вот так сделаем, ну-ка. Стой, 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 тихо, тихо. Вот так вот, да? Да не бойтесь, мы все справимся, чё. Вот, прикольно. Теперь... Что делать? Идет. 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 Что делать? Выжрите, бит. Эй! Что такое? Не осталось-то буквально-то. Что-то. Мы не можем пройти. Ну, звук такой прикольный, да? Вот, наконец. Тихо, 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 тихо. Все, короче, короче. Все, короче. На. Да-да-да-да! 37 минут мы ложились. Так, так. И так. 1000 капель. Корм. Ну ладно. А там больше был. Ну? Давай, чё ты? Это большой пиньяк. На! На! 4000 капель.
Нихуя. Ладно, дорогие друзья. На этом у меня все. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Фифинс Крутанов Геймс.